В рамках мероприятия были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта двух стран, вопросы в сельскохозяйственной и экономической отраслях. На государственном уровне были обговорены вопросы по поставке топлива, тогда как раньше эти вопросы компании решали между собой. Как сегодня заявил министр минеральных богатств и энергетики Зарикт, поставки топлива нормализовались. С компанией «Роснефть» заключен договор поставки нефти на этой неделе. С сегодняшнего дня начнется ввоз 10 тысяч тонн топлива. «Роснефть» заинтересована в мелких и оптовых поставках топлива для Монголии. Представители служб России вновь выразили свою позицию. Монгольская сторона даст ответ после изучения ситуации. В ожидании решения на высшем уровне мы решили спросить, что же думают по этому поводу граждане. «Для монголов в первую очередь нужна нефтеперерабатывающая фабрика, так мы не будем зависеть от России. Так как мы закупаем топливо у России, не лучше ли будет им войти на наш рынок? И топливо тогда, может быть, будет чуть дешевле. Должностные лица, связанные с делами нефти, собираются поехать в Москву для проведения переговоров и подписания долгосрочного договора. Надеются, что это позволит впредь избегать задержек топливных поставок».